что ж, красочная графика. Но она немножко была некорректная, потому что уже 17 баллов каким-то образом записали в зачет Григорию Лагуте. Как будто он уже одержал победу в этом заезде. Напомню, что пока что у него в зачете лишь 14 баллов. Ну а если Григорий Лагута одержит победу в этом заезде, то он станет самым результативным гонщиком по результатам одного этапа в текущем розыгрыше. Никому еще не удавалось набирать такую большую сумму. Стартуют гонщики, вновь великолепно это делает Григорий Лагута. Вырывается он на первую позицию, преследуют его два датчанина. Поравнялись между собой Ники Петерсон и Питер Килдеман. Но Григорий уверенно устремляется вперед, вновь на внешней траектории трек, на внешней, на внешней части трека. Продолжает лидировать Григорий. На вторую позицию выходит Ники Петерсон. Третий идет Питер Килдеман. Но пытается он бороться. Без ошибок. Преимущество очень комфортное. Действительно доминирует Григорий здесь над всеми своими соперниками. Я думаю, то, что его проигрыш в первом заезде Эмилию Сайфутдинову был все-таки немножко тактической такой уступкой своему напарнику по сборной. Действительно очень сильно проходит сегодняшнюю гонку Григорий Лагута. Одерживает он, скорее всего, победу в этом заезде, потому что его преимущество над соперниками очень велико. На второй позиции все-таки находится Ники Педерсон. Опережает он более молодого своего напарника уже по датской сборной Питера Килдеманда. Ну а Григорий Лагута одерживает победу здесь, в Чистакове. Ура! Победа на этапе Григория Лагута и победа Эмилии Сайфутдинова в целом розыгрыше личного чемпионата Европы 2014 года. Браво, ребята! Ну и пророческие 17 баллов теперь уже подтверждаются. Графика не ошиблась. Да, действительно. Ну что, сестрам по серьгам. Эмилию Сайфутдинову титул чемпиона Европы, а Григорию Лагуте титул победителя заключительного этапа в Ченстохове. Ну, действительно, красочное, ну, пока еще не завершение сезона, пока сезон продолжается, но в любом случае очень хорошее впечатление оставляет Григорий Лагута и является одним из претендентов на получение wildcard в личный зачет чемпионата Европы на будущий год. Действительно, лишать зрителей выступления такого первоклассного гонщика, я думаю, что организаторы чемпионата Европы не посмеют это сделать. Смотрим мы еще раз, как великолепно Григорий одержал победу здесь на этапе в Ченстохове, в финальном заезде, расправившись со своими соперниками Питером Килдемандом и Ники Педерсоном уже здесь на стартовой прямой. Выиграл он эту стартовую 37-метровку благодаря великолепному старту по первой дорожке в красном нашлемнике был Григорий Лагута. В дальнейшем он уже проходил дистанцию на внешней части трека и демонстрирует этот свой излюбленный стиль. Григорий Лагута не позволил ни на секундочку даже приблизиться своим соперникам к своим позициям, отстоял их и одержал победу здесь на этапе в Ченстохове. 17 зачетных баллов у нашего российского гонщика, у чемпиона России, напомню, в личном зачете 2014 года. Что ж, ну подтвердил и Григорий Лагута, и Эмиль Сайфутдинов высокий уровень подготовки и высокий уровень развития, безусловно. Хотелось бы, чтобы и молодые российские гонщики действительно вдохновлялись этими победами наших ребят и ставили для себя такие же самые высокие задачи борьбы.